а на пороге практически лето. И, конечно же, хочется украсить себя чем-то ярким и радостным. И, конечно же, лучший вариант – это оригинальный аксессуар. Необыкновенным очарованием пользуются броши и свечи, особенно если они сделаны своими руками. А еще создание такого украшения – очень увлекательный процесс. Итак, от нас для вас брошь из фетра. Добро пожаловать! Готовы? Аксессуары, которые прекрасно сочетаются и с вязаными вещами, и с трикотажными. А мы напоминаем, что заниматься декоративно-прикладным творчеством не только полезно, но и очень модно. И сегодняшняя наша творческая встреча, по-моему, прямое тому подтверждение.